Мы много говорим о планировании беременности и о том, что дети не могут быть случайными, а должны быть желанными, и их рождение должно быть праздником в каждой семье. Но, однако, результаты этих разговоров свидетельствуют об обратных тенденциях. И сегодня мы поговорим о прерывании беременности и о методах контрацепции, и о том, как сохранить здоровье женщины и радость материнства. Дело в том, что вот если мы возьмем с вами статистические данные, например, 100-летней давности, которые собирала, пусть, ну, не так, конечно, как сейчас это делает, та же царская Россия, и вот территории, которые здесь были подвластны царской России, они тоже были подвергнуты статистическому сбору. Так вот, среднестатистическая женщина в Российской империи жила в среднем 39 лет. Из этих 39 лет среднестатистическая женщина в империи была беременна 19 раз. То есть, по сути, мы можем с вами сказать о том, что свои 19 лет из 39 женщина все время была беременной. Ну, то есть, если 9 месяцев и так далее. При этом, если это среднестатистическая, значит, мы можем сказать, что были отклонения и в большую, там, и в меньшую сторону, но, тем не менее, были женщины, у которых этих две беременности было и 25, и так далее. И если говорить с точки зрения медицины, то это полный износ организма, женского организма, и полное истребление, по сути, женщин вот к этим 39 годам. Поэтому, если мы говорим о мире современном, о стране, в которой качество жизни, здоровье человека и сам человек ставится в приоритет, то мы говорим о том, что должны быть созданы условия и должны быть соответствующие ресурсы для того, чтобы человек сохранял свое здоровье как можно дольше, имел высокое качество жизни и мог продлить свой род и себя в этом роду как можно качественнее. То есть мы говорим о качественных рождениях, о здоровых детях, которые не умирают, о детях, которые доживают достаточно до глубокой старости и которые могут также продолжить род. Есть несколько рекомендаций, чисто медицинских. Между родами у женщины для того, чтобы она восстановилась и смогла родить следующего ребенка также с тем же состоянием здоровья, с высоким уровнем жизни, это, конечно, 3 года. То есть интервал между каждыми родами должен быть 3 года. Это первое. Второе, мы же тоже понимаем, что среднестатистическая семья, например, в нашей стране, больше 3 детей – дать им такую качественную жизнь не может в силу различных причин. Просто если проанализировать экономические показатели и так далее. И те, кто решаются на каждого последующего ребенка, они, конечно же, или имеют более высокий уровень дохода, или определенную поддержку, например, со стороны в целом других родственников и так далее. Или же они действительно как-то там не планируют подходы к тому, как дальше ребенок будет жить. Даже в религиозных канонах, например, ислама, говорится о том, ты можешь иметь ребенка тогда, когда ты точно знаешь, что у него будет свое отдельное спальное место, своя тарелка, ложка, да, и еда на каждый день. Как бы если говорить вот о таких вещах, да, то, конечно, мы говорим о том, что роды и планирование семьи или планирование этих родов – это одна из задач, во-первых, медицины в нашей стране и, конечно, каждой семьи, то есть каждой пары, которая планирует ту или иную беременность и планирует количество детей. Вот. Поэтому, исходя из этого, мы можем сказать, что вот с теми интервалами, которые на сегодня у нас есть, и с тем возрастным цензом, когда мы говорим, что лучше всего иметь детей в период от 21-22 лет до 30, это вот самый лучший период для рождения детей для женщины, то в среднем, учитывая эти интервалы, мы говорим о 3 рождениях, да, которые могли бы произойти и которые бы дали качественное здоровое потомство. Вот, то есть я так, знаете, это может быть звучит очень цинично, но это то, что рекомендуется с точки зрения как раз-таки вопросов здоровья.
Но вообще вопрос планирования семьи – это вопрос культуры. Культуры и образования, да, то есть культуры формирования семьи, поддержки и так далее. Притом там наслоения идут как общественные, так и очень индивидуальные, личные, потому что это все-таки рождение ребенка – это индивидуальный выбор каждого человека. В особенности мы говорим о женщине, потому что женщина вынашивает беременность, и на нее тяготы рождения ребенка в первую очередь ложатся. Поэтому, когда мы говорим вот о вопросах планирования семьи, говорим, планирование семьи – это определенные знания и навыки, которые даны в определенный период молодым людям, чтобы они понимали, что это такое. Это наличие ресурсов, то есть, например, контрацептивы, это врачи, которые могут оказать качественные консультации, это роддома, которые позволяют деторождению совершиться безопасно и так далее. То есть это такая ресурсная база, которая складывается прям вот реально из состояния государства. Вот. Ну и, конечно же, это вот та самая внутренняя культура человека, который понимает, зачем дети появляются на свет, почему он решил дать жизнь новому ребенку. Ну и понятное дело, что это не просто, как вам сказать, это не просто подход, ну вот сколько Бог дал, столько мы и родили. Нет, это может быть кошка так рожать, да, то есть притом уличная. Даже домашние кошки, да, там их хозяева каким-то образом помогают им регулировать рождаемость для того, чтобы они успевали восстанавливаться. Вот, но люди, не животные, да, мы признаем тот факт, что человек – это наивысший, да, так сказать, уровень на сегодня жизни на Земле. И, понятное дело, вопрос разума, анализа, вот как раз-таки целеполагания в жизни – это один из главных ресурсов наших, ну, наверное, вот как бы понимание, что такое человек. Поэтому, когда мы говорим о женщине, у нее тоже это понимание должно быть. К сожалению, на сегодня внутри страны могу сказать, что тенденции к повышению коэффициента рождаемости, они не связаны ни с качеством жизни, то есть с улучшением качества жизни, они не связаны с повышением образования женщины, а как раз-таки с падением этих, ну, так сказать, показателей. Но уже демографы достаточно большое количество лет заявляют, демографы многих стран, ученые, которые занимаются вопросами народонаселения, говорят о том, чем ниже уровень жизни в стране, тем выше коэффициент рождаемости. К сожалению, вот эта взаимосвязь, она уже давно просчитана. Связана она с несколькими вопросами, что женщине недоступны контрацептивы, что женщине недоступна медицинская помощь и что женщине вообще недоступна защита, та же самая правовая. И она рожает уже, ну, как бы так, как вот приходится, да. Поэтому эти показатели у нас на сегодня растут, коэффициент рождаемости, но в то же время мы видим, как падают показатели качества жизни, качества образования, показатели доступности медицинских услуг и доступности контрацептивов. Хотя в целом я могу сказать, что современная медицина и наука предлагают широкий спектр контрацептивов для женщины, для того, чтобы она могла, например, регулировать рождаемость и делать эти интервалы между родами. И контрацепция, и само планирование семьи, оно призвано как раз-таки к этому. Не прекратить рождаемость, а отрегулировать фертильность так, чтобы она была здоровой. Это главное. Из контрацептивных средств вообще существует их на сегодняшний день очень много. Очень большое количество, но, к сожалению, в Кыргызстане у нас нету такого большого разнообразия, да, и понятное дело рассказывать о том, как хорошо и какие там есть контрацептивные средства там за границей, там, либо в ближайших странах, мы даем просто общую информацию, а касательно того, что есть именно на рынке Кыргызстана, понятное дело, мы делаем больше акцента. Так вот, из контрацептивных препаратов вообще, как бы по классификации, существуют долгосрочные и краткосрочные. И помимо этого, то есть есть еще и плановая контрацепция, и экстренная контрацепция. Ну, как бы мы их немножко так делим. Поэтому я, возможно, коротко расскажу о каждом методе, да, и о долгосрочном, и о краткосрочном. И примерно хотя бы расскажу о неких преимуществах этого метода для того, чтобы как бы, ну, сложилась общая картина.
долгосрочных контрацептивных препаратов, это те препараты, которые могут, допустим, использовать в течение долгого времени. Например, к ним относятся это внутриматочные спирали. На сегодняшний день внутриматочные спирали могут быть, допустим, содержание меди, да? А бывают, например, содержащие гормоны. Из внутриматочных спиралей, вот я вам покажу, вот, например, есть Т-образные спирали, они могут быть разные по форме, может быть круглые спирали с содержанием различного рода металлов, например, есть там золотом, есть серебром, там, это все зависит от того, что женщина захочет. Да? А из гормонсодержащих спирали тоже существует их множество разное, да? Но в Кыргызстане на сегодняшний день их нету. Как бы сразу скажу так, ну, как бы женщина, если она действительно хочет использовать, допустим, гормонсодержащую спираль, то она может все-таки, ну, как бы попросить там родственников там привезти с границы, либо еще что-нибудь. Ну, вот есть вот, например, допустим, долгое время на рынке Кыргызстана была гормонсодержащая спираль, это спираль Мирена, которая ставилась непосредственно там на 5 лет, например, а спираль, например, содержащая различного рода металлы, ну, мы в частности будем говорить о медь содержащем, эти спирали могут использоваться от 7 до 10 лет. Очень часто спиралями почему-то любят больше пользоваться женщины, которые уже имеют детей, да, то есть которые уже рожали, имеют несколько детей, которым действительно некогда, возможно, там, думать о контрацепции. И оно для них становится как бы неким таким универсальным методом. Почему? Потому что не надо каждый день пить таблетки, возможно, да, достаточно просто прийти на осмотр к специалисту, если действительно нет каких-то противопоказаний к использованию спирали, то пациент ставит эту спираль на долгое время, и женщина как бы уходит. Но однозначно те даже женщины, которые, например, используют, например, медь, содержащую спираль, там, у которой срок годности может быть до 10 лет, все равно необходимо хотя бы раз в год приходить на осмотр к гинекологу. К краткосрочным на сегодняшний день у нас есть это контрацептивные препараты, в частности, здесь они больше представлены таблетками, да, гормональными таблетками или гормональными коками, мы их называем, комбинированными оральными контрацептивами. Это могут быть таблетки, которые, значит, подбираются для каждой женщины индивидуально в зависимости от ее гормонального фона. Почему они считаются краткосрочными? Пока женщина использует и принимает таблетки каждый день, этот контрацептив у нее работает и есть. Если женщина эти таблетки не пьет уже, да, то почему-то у многих сложилось мнение, например, что я вот в прошлом месяце закончила пить, что этот контрацептивный эффект еще в течение месяца должен продолжаться. Нет. А если вы уже не принимаете контрацептивные препараты, то значит, вы уже никак не защищены от незапланированной беременности. Что касательно по эффективности, на сегодняшний день именно гормональные контрацептивы занимают первое место. И эффективность в использовании гормональных таблеток составляет практически 99%. У нас в медицине есть определенный такой, знаете, индекс Перля называется. Это индекс, который показывает, насколько эффективен контрацептивный препарат. Как вот он исчисляется? Иногда бывает сложно вот, как бы, по названию там, и как его рассчитать. Вот я говорю, представьте, например, что 100 женщин принимают один и тот же препарат в течение одного года. Вот мы все вместе с той женщиной собрались и все пьем. И вот из 100 женщин, которые используют вот эти таблетки, сможет забеременеть только одна. Я говорю, например, это вот, например, Елена. И все говорят, а почему Елена? И мне тоже спрашивают, а почему Елена, как вы думаете? Елена только потому, что вдруг, возможно, она среди вот этих 100 женщин пьет его неправильно. И поэтому всякий раз, когда женщине мы рекомендуем использовать гормональные контрацептивы, именно таблетированную форму, мы всегда говорим о том, что очень важно женщине правильно объяснить, насколько, допустим, насколько эффективность зависит от правильного использования, насколько женщина готова, не забывая пить эти таблетки. Вот. Поэтому гормональных таблеток, в частности коков, на рынке Кыргызстана достаточно много разнообразия. Но вот всякий раз, когда женщина, например, имеет желание, допустим, использовать какой из видов, например, таблеток, я всегда говорю о том, что очень важно все-таки, чтобы это подобрал специалист, потому что их действительно много, и каждый гормон подбирается в зависимости от индивидуальности каждой женщины и ее здоровья. Вот. Если, опять-таки, повторюсь, женщина использует таблетированную форму, именно гормональную, то это, по крайней мере, обеспечивает ей безопасную, в
спокойную, я всегда говорю, сексуальную жизнь. И приводя просто на примерах для сравнения, вот когда мы разговариваем с нашими пациентами, я всегда говорю, представьте, например, допустим, как чувствует себя партнер после секса. Допустим, был хороший секс, да, по обоюдному желанию, допустим, да, и партнер после секса спокойно ложится и засыпает. Если женщина не использует какой-либо метод контрацепции, что делает женщина в этот момент? После секса однозначно у нее большие глаза, она бежит в ванную, она пытается что-то делать, там, я не знаю, прыгать, спринцеваться, либо еще что-нибудь, для того, чтобы случайно не забеременеть. Понимаете, потому что, и как бы, какое тогда может быть спокойствие в сексуальной жизни у такой женщины? Однозначно нет. Я вот всегда говорю о том, что если женщина использует надежный метод контрацепции, она действительно может точно так же, как партнер, повернуться на бок и спокойно уснуть. И действительно, вот как бы, это обеспечивает эмоциональное спокойствие в сексуальном плане. Те женщины, которые не используют какие-либо надежные методы контрацепции, существует тоже гормональный препарат, и это называется экстренная контрацепция. Вот, это та таблетка, в частности, на сегодняшний день, это таблетка СКПЛ, которая содержит большую дозу гормонов, это то хотя бы средство, которое поможет женщине, допустим, если был незащищенный половой контакт, в течение первых трех суток после незащищенного полового контакта, если она не хочет быть беременной, она может использовать хотя бы вот это вот средство контрацепции, для того, чтобы выпивается всего одна таблетка. Вот, и тогда вот эта вот доза гормона, которая есть в этой таблетке, она просто не даст этой беременности быть. Вот. Иногда в обществе почему-то думают, что таблетка СКПЛ или экстренная контрацепция – это то же самое, что и аборт. Я вам хочу сказать сразу о том, что нет, абсолютно ошибочно. Почему? Потому что эта таблетка не дает этой беременности вообще возникнуть. А аборт – это когда беременность уже есть, и мы что-то используем для того, чтобы прервать эту беременность. Поэтому как бы так вот. Очень часто молодые люди используют неотложную экстренную контрацепцию, но вот сразу хочу как бы дать информацию о том, что те люди, которые используют экстренную контрацепцию, как специалист я все-таки не рекомендую ее использовать часто. Да? Лучше, конечно, все-таки, если, например, есть половая сексуальная жизнь на регулярной основе, то лучше использовать какую-то плановую контрацепцию. Да? А экстренная контрацепция – это то, что все-таки действительно, или пожарная контрацепция, это тогда, когда действительно была такая ситуация, что ничто не использовалось, и вот мы не планируем быть беременными. Да? Вот как тогда вот ее использовать. Самый простой метод, надежный, конечно, который защищает и от инфекции, передающейся половым путем, и от незапланированной беременности, является презервативом, что является барьерным методом. Да? Презервативы используются один раз во время каждого сексуального контакта. Например, если за ночь было несколько сексуальных контактов, то надо понимать, что всякий раз надо открывать новую упаковку презерватива. Вот раньше у нас существовали только презервативы мужские. Да, их куча и большое разнообразие есть, везде их можно приобрести. Просто иногда бывает, не всегда они доступны. Почему? Потому что иногда бывает так, что многие стесняются в аптеке просто прийти и сказать, а можно мне купить презервативов там, например, да? Или там, например, если, например, презервативы сейчас продаются у нас в супермаркетах, например, да, или в каких-то магазинах, то тоже многие стесняются. Почему? Потому что там, может быть, лежит она неправильно на той полке, где можно взять ее незаметно там. Ну, как бы молодые люди очень часто испытывают барьеры вот в этом плане, что им стыдно, возможно, спросить, либо приобрести эти презервативы. Вот. Но возвращаясь опять к презервативам, скажу так, что мужских презервативов много, и они есть, да, но очень важно все-таки покупать их в специализированных местах. Почему? Потому что на качество латекса, который, ну, как бы из чего состоит сам презерватив, влияет очень много факторов. Например, элементарно срок годности, потому что многим кажется, что резинка и резинка, ее так называют, да, в народе. И никогда не посмотрят на срок годности. У каждого презерватива есть рост, свой срок годности. Надо посмотреть вообще, как он хранится и где он продается, потому что очень часто бывает так, например, там, выезжая в регионы, мы видим такую ситуацию, когда просто в киоске, например, там на солнце висят эти презервативы, да, и мы должны понимать, что прямые солнечные лучи тоже на это влияют. Качество и тогда презерватива падает. Вот. Если правильно использовать презервативы, и, как бы, то, еще раз повторюсь, возможно, это предохраняет, ну, как бы, пары от инфекций, которые передаются половым путем, да, и от незапланированной беременности. И
Очень часто почему-то, вы знаете, презервативы больше используют именно молодые люди, которые, например, еще, например, только познакомились, там, имеют какие-то редкие сексуальные отношения сами по себе, да? Или же, например, мужчины, которые, например, почему-то ходят налево, и у них почему-то такой стереотип, что если я живу дома, например, со своей супругой, то можно презерватив не использовать. Она же своя родная, я ей доверяю, да? А если я иду куда-то налево, то презерватив нужно использовать. Но вот сразу хочу сказать, сразу пользуясь моментом о том, что помните, мужчина, о том, что да, презерватив, возможно, защищает вас, если вы ходите налево, там, например, там, от инфекции, передающейся половым путем, и вот незапланированной беременности, то если вы, например, живете со своей супругой и не используете никакой метод контрацепции, и не используете презерватив, то вы всякий раз подвергаете свою любимую женщину, да, мать своих детей, возможно, да, там, тому, что она, возможно, забеременеет, ей придется прерывать эту беременность. То есть она рискует своим здоровьем. И помните о том, что это все-таки не просто средство от защиты от инфекции, предыдущей половым путем, но это все-таки метод контрацепции. Появились у нас женские презервативы, которые могут использовать именно женщина. Если, например, мужчина отказывается использовать, допустим, мужской презерватив. А женские презервативы, они больше немного по размеру, они тоже состоят из латекса, да, они бывают разной формы, есть с содержанием губки и есть непосредственно с кольцом. Чем удобны, например, женские презервативы? Ну, первым делом все-таки может это решать вопрос о том, буду я использовать контрацепцию или нет, женщина принимать решение. Отличие единственное женского презерватива от мужского еще в том, что, например, если при каждом половом контакте, например, мы говорим о том, что если за ночь было два половых контакта, то используются два презерватива однозначно мужских, то вот женские можно, например, на всю ночь использовать, допустим, вне зависимости от того, сколько было половых контактов. Просто очень важно, значит, правильно вставить это, да, или использовать как бы сам презерватив. Мы иногда, когда женщина к нам приходит, например, по вопросам планирования семьи, там, допустим, мы всегда показываем и обучаем, как это использовать. Если, например, это с кольцом, то вот нам женщины, которые уже имеют опыт использования женских презервативов, они порекомендовали, говорят, вы, говорит, внутреннее кольцо, которое есть в самом презервативе, скрутите восьмерочкой вот так вот, да, и вот представьте, что это влагалище, аккуратненько надо вести во влагалище, где это кольцо само выпрямляется. Единственное, только нужно правильно наружное кольцо, в частности, поправить, да, и поправить это кольцо вот внутри там, для того, чтобы она фиксировалась ближе к шейке, для того, чтобы этот презерватив не сползал, не сдвигался. Вот. И как бы многие женщины оценили это, как бы, женский презерватив, потому что он действительно удобен. И мужчины, кстати, тоже отметили то, что очень интересно. Почему? Потому что все-таки это кольцо, которое есть во влагалище, или же, например, если это представлено губкой, то немного меняется объем и влагалища, в частности, да, а губка, например, если это содержание есть, в частности, в презервативе, губка адсорбирует на себя лишнюю жидкость, в частности, сперму дополнительно, вот, ну и придает объем. Что иногда говорят многие пациентки, которые использовали женский презерватив, о том, что сексуальная, в частности, стимуляция дополнительная, как бы за счет дополнительного объема, она как бы, ну, больше и лучше у таких женщин. На сегодняшний день их, по-моему, уже нету, но есть, например, колпачки из пермиты, в частности, колпачки и диафрагмы. Это тоже те средства, которые вводятся непосредственно перед половым контактом, непосредственно во влагалище. И вот, например, диафрагма, она закрывает просто-напросто просвет непосредственно прохода в шейку матки сперматозоидов, которые содержатся в сперме, и как бы защищает, ну, как бы, от незапланированной беременности. Но опять-таки вот эти вот барьерные диафрагмы и колпачки, у них эффективность, в частности, гарантии того, что будет незапланированная беременность, немного ниже, чем, например, у презервативов же или чем у гормональных таблеток. Но как бы многие могут тоже их использовать. Помимо этого, есть еще и барьерные методы контрацепции, такие как, например, представленные в виде свечей, в виде гелей, в виде кремов. Есть на сегодняшний день на рынке, например,
допустим, даже салфетки, которые пропитаны специальным веществом, они, конечно, химическим составом, в том плане, что это то, что используется непосредственно перед половым контактом за 15-20 минут, как бы и свечи, и крема, они содержат в своем составе химические вещества, которые растворяются во влагалищной среде и образуют некую пену, что является неким барьером и немного подавляет непосредственно подвижность самих сперматозоидов в сперме. Так вот, с открытием, учитывая, что у нас китайский рынок достаточно хорошо и широко используется в Кыргызстане, есть вот такие вот даже, вот, знаете, это китайские салфеточки, которые пропитаны. Я, честно сказать, не скажу, что за вещество тут, но очень похоже немного на уксус, потому что немножко пахнет, на рисовой бумаге, которую вот просто-напросто пациентка отрывает, иногда, допустим, вводит его в влагалище за 10-15 минут, и тоже это все влияет на то, что ее защищает непосредственно от незапланированной беременности. Самый распространенный метод контрацепции, который издревле используется, это просто-напросто, например, если, например, женщина знает, и если она действительно, у нее есть регулярный менструальный цикл, она может, конечно, подсчитывать опасные и безопасные дни. Мы называем это календарным методом контрацепции, когда действительно женщина, если она четко знает, например, что у нее ровно, допустим, менструальный цикл длится, например, 28 дней, то примерно мы можем рассчитать, когда у нее есть опасные дни и когда есть неопасные дни. Иногда вот сложно на пальцах пациентам показывать это все, но вы знаете, вот есть такое вот универсальное средство, которое было привезено нам не то с Африки, точно не скажу, откуда-то из-за границы, где действительно это все используется. В виде бус, где пациентка может просто-напросто, например, у себя дома там повесить эти бусы, и у нее на этих бусах есть вот такое вот кольцо, которое просто она каждый день, как календарь, мы перелистываем, а она передвигает его. И вот эти вот бусы, например, можно настроить под свой менструальный цикл. Например, красная бусинка, это показывает, что, например, менструация идет, допустим, сразу после месячных, течение у каждой женщины по-разному, конечно, но мы говорим в среднем от 5 до 7 дней, у нас безопасный период, то есть когда яйцеклетка еще не созрела, и тогда вероятность того, что женщина может забеременеть, у нее очень низкая. Вот эти дни считаются безопасными, вот они вот тут вот выделены темными бусинами, например. И женщина, например, знает, вот у меня были месячные, например, и вот она каждый день передвигает их и знает, что вот этот период безопасный, она спокойно живет половой жизнью без использования какой-либо контрацепции. Как только переходит на белые бусы, а белые бусы это как раз-таки совпадает с тем периодом, когда яйцеклетка уже может подрасти. И учитывая, что все женщины разные, у всех гормональный фон разный, у кого-то созревание яйцеклетки происходит, возможно, на 12-й день, а у кого-то бывает раннее созревание на 7-й день, а у кого-то позднее бывает на 16-й день. Вот этот вот период, когда есть яйцеклетка, считается опасным периодом, когда действительно женщина может забеременеть, быть беременной вообще, иметь беременность. Вот в этот период либо не живут половой жизнью, то есть это очень часто бывает белые бусины, они представлены, либо, если, например, сексуальная жизнь есть, то нужна обязательно какая-то либо контрацепция. Вот, например, считаю, опасные дни, например, там, плюс презерватив, уже есть что-то. Например, или пожила, но ничто не использовала, выпила хотя бы тогда это, для диска, например, Эти такие вот вещи. Или же использовал женский презерватив. Понятное дело, пить таблетки вот такие вот, как планово, сюда уже не подойдет, Но, по крайней мере, женщина, будет знать о том, что действительно она рискует. Либо она воздержится от половой жизни, либо если половая жизнь будет, только с контрацепцией. Дальше. У каждой женщины, еще раз повторюсь, опасный период – это период, когда яйцеклетка созревает, И надо повториться и сказать о том, что яйцеклетка при созревании, когда происходит овуляция, выход этой зрелой яйцеклетки, она живет всего-навсего сутки. Вот если бы мы знали, все говорят, как сутки, она живет сутки, но если бы мы знали точно, когда она созреет именно, может быть, в этот день бы мы и не жили бы только половой жизнью. Но учитывая того, что все мы опять-таки разные, чтобы не пропустить этот опасный день, приходится в течение всего месяца что-то использовать. Так вот, еще раз повторюсь, опасный период у многих женщин может длиться от 10 у кого-то до 12 дней, и желательно тогда в этот период использовать контрацепцию. И непосредственно перед менструацией, где-то у кого, опять-таки, по-разному, в зависимости от продолжительности менструального цикла,
Есть, опять-таки, безопасный период. Мы иногда говорим так, что, и в народе все так говорят, недели до менструации, недели после менструации – это вот безопасный период. Это тот период, когда, да, яйцеклетки уже, возможно, скорее всего, и нету, да, и это тот период, когда женщина тоже, опять-таки, может жить спокойной сексуальной жизнью без использования какой-либо контрацепции. Вот тем женщинам, которые действительно знают точно свой и четко знают свой менструальный цикл, да? Для этого надо просто-напросто вести календарь, отслеживать, в частности, свой менструальный цикл, не полениться. Да, как бы. В течение месяца одного недостаточно. Мы говорим, хотя бы 2-3 менструальных цикла отследите свои, тогда у вас будет хотя бы какая-то гарантия. Помимо этого, вот я рекомендую все-таки календарный метод, это тот метод, который могут использовать женщины, которые в недавнем времени имели роды. Да? И вот этот вот немножко вот, контрацепция для женщин, которые только, допустим, которые имеют маленьких детей новорожденных, да, это такой некий больной вопрос. Почему? Потому что очень часто, например, женщины приходят и спрашивают нас, например, вот я только недавно родила, но я, например, в ближайшее время не хочу быть опять-таки беременной, не хочу идти на аборт, например, там, что вы нам порекомендуете? К сожалению, в Кыргызстане для беременных женщин нет никаких более гарантированных методов контрацепции, например, как женщины, которые, например, не кормят грудью. Да? Но у нас есть такой вот, как бы уже аксиома, о котором мы всегда говорим, о том, что если женщина родила, и если она использует чисто грудное вскармливание для своего малыша, то в течение как минимум полгода, да, 6 месяцев, контрацептивный эффект ей обеспечен. Но опять-таки, на сегодняшний день существует много разных пациенток, которые бывают так, что менструальный цикл восстанавливается после первого месяца. Или же, например, там, через 3 месяца, то есть раннее восстановление менструального цикла. Бывают женщины, у которых, например, там, уже год она кормит, а менструальный цикл еще не восстановился. Да? И всякий раз мы говорим о том, что да, женщина при этом рискует. Месячный – это некий такой индикатор, что да, я не забеременела, что да, у меня вроде бы все нормально в организме. Да? И для таких женщин, которые кормят грудью, вот этого индикатора как такового долгое время не существует. Вот. Но если женщина действительно следит за своим здоровьем, и она хочет сохранить его, и не хочет не иметь незапланированную беременность, они, конечно, приходят к нам раньше с вопросом, а что мы можем использовать. Вот я рекомендую все-таки календарный метод, это тот метод, который могут использовать женщины, которые в недавнем времени имели роды. Да? И вот этот вот немножко вот, контрацепция для женщин, которые только, допустим, которые имеют маленьких детей новорожденных, да, это такой некий больной вопрос. Почему? Потому что очень часто, например, женщины приходят и спрашивают нас, например, вот я только недавно родила, но я, например, в ближайшее время не хочу быть опять-таки беременной, не хочу идти на аборт, например, там, что вы нам порекомендуете? К сожалению, в Кыргызстане для беременных женщин нет никаких более гарантированных методов контрацепции, например, как женщины, которые, например, не кормят грудью. Да? Но у нас есть такой вот, как бы уже аксиома, о котором мы всегда говорим, о том, что если женщина родила, и если она использует чисто грудное вскармливание для своего малыша, то в течение как минимум полгода, да, 6 месяцев, контрацептивный эффект ей обеспечен. Но опять-таки, на сегодняшний день существует много разных пациенток, которые бывают так, что менструальный цикл восстанавливается после первого месяца. Или же, например, там, через 3 месяца, то есть раннее восстановление менструального цикла. Бывают женщины, у которых, например, там, уже год она кормит, а менструальный цикл еще не восстановился. Да? И всякий раз мы говорим о том, что да, женщина при этом рискует. Месячный – это некий такой индикатор, что да, я не забеременела, что да, у меня вроде бы все нормально в организме. Да? И для таких женщин, которые кормят грудью, вот этого индикатора как такового долгое время не существует. Вот. Но если женщина действительно следит за своим здоровьем, и она хочет сохранить его, и не хочет не иметь незапланированную беременность, они, конечно, приходят к нам раньше с вопросом, а что мы можем использовать. Вот. Скажу так, что те женщины, которые кормят грудью, ввиду того, что как бы, многие контрацептивные препараты все-таки выделяются через грудное молоко, да, то, понятное дело, например, таблетки она использовать не может уже. Что у нас есть на рынке? Нам остается использовать только внутриматочную спираль, как долгосрочный метод контрацепции, да, например. Либо тогда барьерный метод, да, допустим, там, презервативы, там, допустим, или, возможно, спермициды какие-то. Вот только это. Но, опять-таки, это, к сожалению, ну, недостаточно, возможно, из того, что действительно есть в мире.
ребенком. Вот. Почему? Потому что в других странах, например, существуют гормональные таблетки для кормящих женщин, да, которые действительно дают им гарантию спокойную, там, в частности, сексуальную жизнь, да, и то, что она, допустим, каждая женщина беспокоится о качестве грудного молока для своего ребенка, что оно не повлияет, допустим, на малыша и в дальнейшем. У нас, к сожалению, этого нет. Мне бы хотелось бы, чтобы в Кыргызстане появился большой спектр контрацептивных препаратов. Почему? Потому что действительно, если мы, все специалисты и гинекологи, в частности, будут работать над вопросом планирования семьи, то у нас в каждой семье каждая беременность будет желанная, да? Каждая беременность будет запланированная. Да? И я думаю, что это действительно будет большое счастье и как для семейных пар, в частности. И мы должны помнить о том, что для поддержания здоровья наших женщин.